Добрый, да? Да, уже там люди день надо снимать, я не знаю. Машка, привет, это у вас дождик, а у нас тут солнце. Жарко. Жарко? Жарко. Ой, хоть какой-то фэш. Я. Жарко и вкусно. Что такое? Зачем? Да. Мне показалось, как бы твой герой, почему-то не знаю. Ну все уж не будет, не льсти себе. Но песня правда, Карл. Нет, мой герой. Погода. Мы поэтому отказались, мы хотели делать полностью вообще на открытом. Мы хотели бы только клубы делать на открытой полностью площадке. Ты чё? Нереально красиво, но при этом... А в итоге там будет твоя часть, что ли, открыта или нет? Я кинула туда. Всё. Я сказала с вами самое слово. Прикоснись ко мне. Тебе я доверяю! Нет, тебе нет. Ему я не доверяю. Потому что он в кепке, курит кальян, а мне не дает. А ты не куришь? А я не курю. Детям нельзя. А Ваня трогает меня. Сука, ты что, мою сестру трогаешь? Ты что, мою сестру трогаешь? Ты что, мою сестру трогаешь? Кобель цыганский, ну-ка! Она всегда ест. Вы заметили Инстаграм? Всегда ест. Вообще не раз. Она первый раз поела вообще за все три дня. За весь движки. Да его все обижают. Да что там тронул? Ты понимаешь? А где муж? Зачем ты ешь, если... Так, Ир, а где муж тук еще один? Нет. А с чем кальян? Марихуаной. Там было... Ой, я тоже... А Кристинка любит марихуану. Кальяшку. Марихуану она любит. Кальян у нас с волшебной травой. Ну, ты сразу отворачиваешь меня, пулбочку. Не, я кальян показал. Все Ваню обижают. А эта малолетка самая языкастая, а? Когда ей будет...